Так, дорогие друзья, сегодня утро следующего дня. Я пошел за круассаном для моей родни. Они еще спят. Я вот такую рань пошел. Ну, как рань, уже 9 часов, мы проспали. Так что посмотрим, где продаются. Еще не знаю, где продаются. Пойдемте посмотрим. Вот такое. Все уже на пляж топают. Мы еще спим. Ну ничего. Посмотрим, куплю пару круассанов чая. Здесь продаются электрические простые велосипеды. Так, друзья, наша вилла находится около минуты от центра. Это вот центральная улица. Здесь вечером гуляют. Посмотрим как-нибудь. Это центральная улица города Бибиони. Курортная. В 9 утра здесь все уже открыто. Ну, а моя задача найти что-нибудь, какие-нибудь вкусняшки купить. Посмотрим, где здесь. Пройдусь что-то сюда. Если не найду, в другую сторону пойду. Ну, здесь ресторан днем закрыт, наверное. А вечером все открывается. Улица такая длинная, и туда, и в одну сторону, и в другую. Посмотрим, что здесь есть. Где тут пиццерия? А ну, открывайся. А, ну вот здесь открыто, но сейчас нет. Вот и пицца, и бургеры, хот-доги. Даже цены стоят. Пицца Маргарита нормальная 4,50, фамилия 9,50. О, что-то нашел. Сейчас пойду посмотрим. Да здесь топтики есть вкусные. Хорошо. Хорошо, возьмем круассаны. Алло, алло. Брауку круассан. Шоко, крема, мармелады. Айне, уно, уно, я, уно, о да, айфак зоо, да? Окей. Где уно? Митимбер. Ну окей, а уно. Айне тирамизу. Неплохой ресторан. Вот заказал. Тортики пока не буду брать. Хотя выглядит красиво. Thank you.
Здравствуйте. Danke, ciao, ciao. Ciao. Так, взял вот 4 круассана разные и один тортик тирамису. Ну, посмотрим, понравится моим или нет. Иду дальше домой. Здесь все рядом. Эй! Так что... Они по этой улице, конечно, потом погуляют. А сейчас кофе пить. Первый день, наверное, немножко поздно встали. Зато выспались. Здесь вот на велосипедах катаются. Вот такая променад вечерний. Сегодня обязательно пойдем гулять. Ну все, наша улица налево. Здесь тоже ресторан такой. В основном здесь ездят велосипеды. Вот, идем мы по этой тихой улочке. Эта улочка идет туда дальше. Если вот прямо пойти, сразу на штранд. Мы живем 5 минут от штранда, поэтому нам как-то все удобно. Вот. Можно идти даже по самой дороге. Курортный сезон. Машин мало ездит у вас. Смотрите, машины паркуются здесь. И все, и люди отдыхают. Красота, воздух. Праздник сам. Люди гуляют. Перекресточек, дальше уже вон там пляж, рядом наша вилла, тут и другая вилла с бассейном. Вот смотрите, бассейн прям, правда, в тени, ну ничего. Наша вилла следующая. Здесь вот стоят контейнера такие, чтобы выкидывать отдельно, в отдельный мусор. А мы живем вот на такой вилле. Вилла называется Генестра. Горло немножко у меня. Вчера холодное пиво пил. Сегодня все, жара была вчера. Такие ворота у нас. Вот. Вот на этой вилле мы живем. Вон там машина паркуется. Сейчас я вам покажу. Вот машины. Здесь машины наши стоят. Такой небольшой дворик. Эти окна уже наши. Ну, на этом я закругляюсь. Пойду, зайду. Не хочу их будить камерой. Посмотрю. И встали ли они. Буду делать кофе. И уже купленными круассанами их буду будить. Пошел. Давайте. Пока.